шоуруме Высшей школы журналистики и медиакоммуникации Казанского федерального университета провели презентацию нового клипа вокально-инструментального ансамбля «Волга-Волга» на песню «Девчачий танец». Среди зрителей находились как преподаватели, так и студенты. Они задали коллективу самые различные вопросы и даже услышали песни в живом исполнении. Раскинув руки широко, как будто крылья дельтаплана, лечу надежно и легко над территорией Ирана. Впечатления у студентов оказались незабываемые, а некоторые студенты даже удостоились памятных подарков от коллектива за особую активность на мастер-классе. Очень классное впечатление. Я бы хотел, чтобы побольше проводилось таких мастер-классов с творческими группами, с большими исполнителями. На самом деле, я, честно говоря, про них много не слышал, но мне было очень интересно про них узнать, послушать их песни. И мне даже очень понравилось, я бы хотел даже сходить на их концерт. Когда ты занимаешься таким бизнесом, который называется шоу-бизнес, всегда надо думать о том, что быть интересным не только для, условно говоря, своего поколения, там, да, но и, конечно, для поколения, которое моложе тебя. Полную трансляцию презентации можно посмотреть в социальных сетях нашего телеканала. Валерия Карташова, Софья Чугунова, Фарид Захитаглы, Универ Ньюс.